Участница Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Михайловна Виноградова поведала о великой победе на Волге, о тех боевых годах, когда она, юная девочка, совершила подвиг. Чтобы верить в победу, надо быть патриотом этой страны, за которую ты воюешь. С напутственным словом к молодежи также обратились председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Максимович Гапонов и ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Кулькин. Такие встречи, конечно, приносят большую пользу, потому что я уже не раз говорил, президент Путин говорит о том, что государство мы должны строить на прочном фундаменте, а фундамент – это патриотизм. А это любовь к родине, преданность родины, это знание ее истории, умножение добрых и славных традиций. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я думаю, останется в сердцах тех молодых наследников города воинской славы, которые сегодня здесь присутствовали. Они пообщались, как принято говорить, вживую с участницей Сталинградской битвы, выслушали ее воспоминания. Я думаю, это им запомнится. Кто, кроме молодежи, может вот нести на протяжении всей жизни, века и на постоянно то, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки подготовили и показали для собравшихся выставку книг, презентацию по истории Сталинградской битвы. Это очень замечательно, что остались еще ветераны, которые могут нам многое рассказать. Мы можем прочитать тысячи книг, но лучше один раз услышать из уст ветерана. Они многое повидали, многое знали. Я хочу, чтобы мы все были достойны их. Мероприятие было подготовлено сотрудниками Центральной библиотеки, Центра патриотического воспитания молодежи «РАТМИР» и Российского военно-исторического общества.